Так, здравствуйте, дамы и господа, тати. Я думаю, что можно уже начинать. Я зеваю. Хорошо. Можно начинать, так что я собираюсь делать спортивную тренировку. Я не знаю, как это сделать, я не знаю, как это сделать. Куда поставить? Куда поставить? Так, начнем. Фух, что ж, надо будет лежать, окей? Полежим и постоим. Это на руки, вот. Не знаю, что там, я вырубила звук, поэтому... Фух. Фух. Что-то там такое правое. О, все было. И не очень хорошо с этим справляюсь, но как получится. Сильнее, я буду лучше. Мне реально тяжело. И еще у меня стираются колени. Опять какие-то отжимания. О, нет. Ah.
Нет, мне, поймите меня правильно, мне очень нравятся эти тренировки. У меня потом спина не болит. Ну как, спина, шея. Что делать? А, так. Но именно чтобы сделать их правильно, на самом деле надо очень стараться. Потому что все эти движения, они нормальные, и они, может быть, немножко неудобны. Какие-то сильно неудобные, какие-то немножко. Но вот когда большую часть жизни ты сидишь на кресле, смотришь на экран, и даже глаза не двигаются особо сильно, это, с одной стороны, очень приятно вот развивать это все, но немножко обижаешься, что ли, на свое тело. Раньше было проще. А так ждешь какого-то момента, когда это будет легко, весело и беззаботно. Вот. Но должна сказать, он наступает. Но он наступает не под моим контролем. Это учит смирению. Пожалуй, это единственный способ смирения, который мне нравится. Потому что все пройдет своим чередом. Потому что только этот вариант смирения меня заставляет, ну, не терять энтузиазма. Я просто знаю, что рано или поздно это будет все. Мне не надо сидеть и гадать. Должны, по идее, руки работать, но я уже с рук всю нагрузку сняла. И не мог просто... О, Господи! Я прямо боль везде ощущаю. Ай, блин, отломала бы себе шею. О, Господи! Нет, очень приятное ощущение, но очень больно. Ну как, так, терпимо. Мышечная. Так, это правая нога и вон какой рукава. Да. Адски спать хочется. Стоит только начать спорт, адски спать хочется. Раз, два, и три. И четыре. И пять. Шесть. Извините, я больше не могу. Но я могу, но... Потом придется брать дольше перерыв. А, опять опал. Так. А, она теперь делает в планке, но я не буду делать в планке. Очень много всего, мне нужны будут силы потом. Хотя и хорошо позавтракала, я пила достаточно. Это будут долгие 90 дней. Нет, это будут счастливые 90 дней. Но долгие. Опять? Ну, попробуем. Я сделаю это.
Лечу! И... Может быть, я что-то неправильно делаю? Должно быть вот типа вот так. И отжимание. Ну, прям вся шея набухает, все болит. О. В свое время я так реагировала просто на отжимания, а сейчас так вот на такие дебильные, так опять настаю. Не буду говорить, что мне все нравится, я прямо чувствую все это, цветочки, радугу и бабочки. Нет! Моя сила в моей ненависти. Я ее скрывать не буду. Ненавижу это. Но мне нравится результат, так что научиться я всему научусь. Кстати, мышцы чувствуются интересно на руках. Ой. Что-то в последнее время у меня опять как бы в середине спины сверху, в середине изгиба сверху болит спина. Приходится ее перманентно щелкать. Вот как похрустывать ей. Вот. И выпрямить ее полностью не удается. Но мой опыт подсказывает мне, что в принципе эти сильные мускулы мне немножко помогали. Будем надеяться, что это. Я думаю, это из-за жира, конечно. Я таки посчитала процент жира свой. 39%. Как никогда он высок. Ух, первое видео сделали. Так, я не собираюсь это добежать до канадской границы за один день. Бессмысленно. Но я не собираюсь сидеть сложа руки. Поэтому я это и делаю. Я могу открыть интересную вещь. Я чисто технически могу сделать все эти вот тренировки сейчас. Опять же, с таким вот... Сейчас я все еще не ощущаю, честно говоря, что я размялась. Но я могу делать эти тренировки сейчас только потому, что у меня был второй завтрак примерно через 2 часа после первого. И это был просто полноценная еда. По идее, на калориях, которые я тогда слопала, мне их должно хватить что до конца дня. Это была картошка. И тут даже не столько калорий, сколько то, что картошка полностью уйдет, ну, будет сахаром. Поэтому картошка был не лучший выбор. И кажется, я съела мясо какое-то. Я вообще не помню. Сейчас вообще не хочется об этом думать.
больно так сидеть. Вот так. Косточка, на косточку очень сильно давит давление моего тела, потому что она опорная. Вот я вижу себя в зеркале, свой изгиб спины. Я вижу, что сейчас я максимально прямо сижу для себя. Но прогнуться я дальше не могу. Ух. Так. В принципе, я считаю, что для своего возраста, для своего образа жизни, для своего города, для своих финансовых возможностей и загрузки я выгляжу неплохо, честно. Я бы даже сказала, что я выгляжу очень хорошо. Где-то, конечно, как будто художник валял кистью по большому холсту. И в итоге он что-то красивое очень наваял, но оно очень грубое. И все требует какой-то мелкой ретуши. Но я довольна тем, что вышло. А вот ретушь мне с трудом дается. Ну, может быть, она и не нужна. Так, бэкворд. А, ну, тут бэкворд. Ну, в основном неудобство заключается в шее. То есть боль возникает даже не столько в руках. Ну, понятное дело, что тут, видимо, плечевые суставы работают и мускулы. Но болит шея. Сейчас, например, я какое-то время, когда я вообще как-то, у меня бывали периоды вот полного затишья, спорта, я не могла сидеть вот в такой позе на на корточках. Ноги очень сильно затекали, и мне, в принципе, это противопоказано, наверное, даже пересяду. Вот, но сейчас я просидела достаточно долгий период, у меня даже нет покалывания в ногах. Меня это очень радует, прямо очень-очень радует. Это очень хороший знак. То есть вопрос не в том, что у меня похудели ноги и кровообращение идет чуть быстрее. Это вопрос в том, что как бы там мускулы достаточно сильные, что они могут. Хотя фиг знает, откуда я знаю, я же не доктор. Но мне кажется так. В общем, моя интуиция говорит мне, что скорее всего мои мускулы просто лучше кровь стали проводить. Я же их регулярно использую. На шее что-то надо делать, я не могу. Выломал бы меня кто. Хочу мануального терапевта сходить. Сходишь, он тебя погнет, все похрустит башкой. Ты выходишь так, балерина. А не ведь это вот вечное. И все болит. Нет. Это одна из моих нелюбимых. Ладно. Давайте, давайте. Давайте.
Это надо как топором рубишь. Мне на редкость нравится вот именно это упражнение, потому что у меня значительно уходит какое-то напряжение из прям вот там, где шея соединяется с спиной. Мне не нравится скрип ногтей больших пальцев вот этих по полу. Отвратительно. Это растяжка для рук. Интересно, у меня получается поза ребенка? Нет. Пока не получается. Хорошо. С руками закончим. Спала. Может быть, у меня недостаток кислорода, поэтому я пытаюсь спать. Сейчас будет просто. Индор кардио воркаут. Ну, это не. Ну, я не знаю, что там за кардио, в общем, какие-то кардио. Надоело это все записывать за другими людьми. Ага. Я, наверное, кардио сделаю без видео, так что.